часто, но вообще мы там лет 5 назад даже не думали, что придется так глубоко погрузиться в эти клинические проблемы. Вот. Но, как говорится, нас заставила жизнь, которая, значит, в виде ЦП и РБ-2, диктует свои законы производства, а производство наседает на нас, как на научных, так сказать, консультантов и обоснователей всего этого процесса. Вот. А, значит, самое главное, что в этом ЦП записано, что в ближайшие годы, до 30-го, по крайней мере, рассматривает процесс, должно быть сооружено целый ряд объектов для хранения радиоактивных отходов. В том числе 4 приповерхностных хранилища, одно из которых Новоградское начало функционировать, а еще 3 должно быть построены. Значит, и одно глубинное хранилище. Вот. И кроме этого еще осталось 7 бугров, по крайней мере, которые потенциально могут быть законсервированы. И эта задача тоже стоит, значит, на повестке дня. А единственный бугр, которому работы были завершены в 2015 году, это бугр Рейба Северский. Значит, вот здесь приведенный пример того, какой объем материалов требуется для того, чтобы закрыть вот этот объект. Здесь указаны значит, мощности вот этого засыпки с разных сторон реакторной зоны. И общее количество материала, которое было поставлено, погружено, как во внутренний барьер, так и закрывающая игра. Вот если суммировать, получается 120 тысяч тонн, это примерно 3000 железнодорожных вагонов. Можете себе представить объем задачи. Вот. То, естественно, все эти материалы, они должны соответствовать каким-то требованиям. А, виноват, еще вот, я хотел показать по бугру вот эту картинку. Дело в том, что там засыпка проводилась таким методом, самонасыпным, можно сказать, а геометрия значит, помещений всех вот этих вот, она очень сложная, и поэтому там одно из требований было то, о котором я буду говорить там дальше. Вот, а, значит, перед тем мы возвращаемся. Значит, есть какие-то, конечно, общие соображения, какие функции, какие свойства должны иметь материалы для устройства барьеров. Но проблема для там, производства заключается в том, что им этого недостаточно, им нужно, чтобы были какие-то конкретные там, цифры по каждому показателю, а никакой нормативной базы на нынешний момент не существует. Но вот стоит такая задача вообще понять, какая эта база в принципе может быть, какие показатели нужны, какие численные значения они должны иметь. Тем не менее, хоть базы нет, но какая-то практика уже сложилась, потому что уже ни один объект, как говорится, уже в работе находится. Здесь, например, собраны те показатели для 3 объектов, 2 бугров и 1 приповерхностного хранилища, которые, в общем-то, реальные поставки проводились и проводятся до сих пор. Ну, надо сказать, что все вот это, оно такое методом проб и ошибок, я бы сказал, формируется знание, да? И поэтому в этих требованиях тоже присутствовали такие вещи, которые, на мой взгляд, не особо были бы нужны для характеризации материала. Ну, вот здесь не показано, там был, например, химический состав для бугра и зла. А в общем, он такой косвенный признак, в отличие от минерального состава, который более, так сказать, четко обуславливает свойства материала. Ну, и, например, показатели, которые взяты из ГОСТа по формовочным бентонитам, вот это самое целоидальность и водопоглощение. Они, в общем-то, методические, смыслово относятся больше к материалам для буровых растворов, потому что представляют себя свойства клинических материалов водной суспензии фактически. Мы же в барьерах имеем дело, конечно, с плотными, но в той или иной степени уплотненными материалами. А вот показатель такой, как коэффициент фильтрации, вот КФ, обозначено сокращение, он был указан, важнейший показатель, все понимают, но был указан вне привязки к состоянию материала, выраженного в каких-то, может быть, там величинах, ну, например, плотности, да, потому что коэффициент фильтрации от плотности скелета зависит, как я дальше буду говорить. То есть, как бы явно такие вот недоделки, это естественно совершенно, потому что тут практика, она идет впереди исследований. Ну вот мы думаем по поводу этого перечня, вот то, что отражено на этой картине, да, вот те свойства, которые достаточно
что мы можем делать. Тут почти все из этого мы делаем в последнее время. Хотя для нас тоже много из этого нового, но можно защитить, кроме фильтрации газа. То есть, в принципе, тоже задача ясна, но просто нет установки, надо эту установку или приобрести, или сочинить. Ну какие это свойства? Ну, конечно, прежде всего минеральный состав, потому что он все определяет. Сюда надо обязательно, конечно, включить те вредные примеси, которые могут повредить, значит, функционирование барьера. Значит, второе, это соотношение глинистой обломочной фракции, сам агрегат и горно-металлический состав для обломочной фракции, тоже влияет на структуру материала. Значит, физико-механические показатели, из которых важнейшие там деформационные и прочностные, они нужны как технологические для загрузки, засыпки там, или укладки материала, и как характеристика их дальнейшего поведения в условиях уже функционирования барьера. Значит, показатели, имеющие отношение тоже к структуре, такие как удельная поверхность, емкость катионного обмена, ну, последние больше относятся к сорбционным характеристикам, которые вообще являются таким одним из трех, я бы сказал, цветов функциональных свойств барьерных материалов. Единственное, что, значит, эти характеристики должны учитывать физико-химическую обстановку, в которой они будут проявляться, и, соответственно, они даваться должны для этих параметров, потому что они от них очень сильно зависят. Значит, целый ряд важнейших функциональных характеристик, которые можно привязать к конкретному состоянию, например, к конкретной плотности скелета в состоянии функционирования этого барьера. Это коэффициент фильтрации для воды, для газа, значит, как я сказал. Сорбционная емкость, в принципе, тоже, которая получается из коэффициента распределения, но уже в привязке к плотности скелета. Коэффициенты диффузии радионуклидов, как сорбирующихся, которые указаны вот для сорбционных характеристик, так и не сорбирующихся, потому что среди них тоже много радиационно опасных, долгоживущих радионуклидов. Ну и характеристики, которые влияют больше, наверное, на все влияют на структуру, но и на стабильность барьеров, это давление капиллярного сосуда и давление набухания. Вот. И кроме этого, конечно, барьеры, надо понимать, что мы строим барьеры, как правило, вообще эти объекты, как правило, надолго или на очень долго. Это не годы, не сотни лет, это от тысяч лет для объектов для 3-4 класса РАО, до миллионов и даже более лет для 1-2 класса. Поэтому жизнестойкость этих материалов, которые закладываются в барьеры, она, конечно, должна с самых разных сторон рассматриваться, ну, прежде всего, со стороны физико-химической устойчивости, ну, естественно, радиационной, там, где большие нагрузки происходят, имеют место. Вот. И в том числе со стороны, может быть, каких-то климатических, температурных факторов, потому что при поверхностных хранилищ это актуально, но и для глубинных тоже. Потому что специфичность климата Земли, она очень хорошо известна, и довольно большие колебания температуры. Вот. Итак, я вот все, конечно, не буду дальше характеризовать, потому что у нас есть ни времени, ни возможности, может быть, только некоторые из них. Вот первый, может быть, не самое главное, характеризует на этом слайде характеризует так называемый текучесть сухих дисперсных материалов. Он был нужен как раз для засыпки вот тех самых внутренних барьеров угля и Н2 со сложной геометрией, методом самозасыпки, потому что материал должен обладать вот достаточно высокой текучестью для того, чтобы заполнять его все вот эти, значит, объемы. Ну, собственно говоря, испытывается эта функция на приборе, который, в общем, аналог это прибор кольцевого среза, описывается это все, значит, моделью кулона Мора, которая здесь вот указана, да, вот, зависимость, значит, тангенциального напряжения сдвига от осевого напряжения, от осевой нагрузки. Вот. И сама вот эта функция текучести, она не совсем такой физический параметр, это чумка там, из угла наклона, на этой диаграмме. То есть катангенс угла внутреннего трения. Вот. То же самое, на самом деле, очень важно делать и для водонасыщенных материалов. Я просто попутно скажу об этом, потому что
Прочностные характеристики, они крайне важны, особенно, может быть, для тех барьеров, которые имеют ну, большой объем, большую массу. Там надо понимать, как себя поведет вот, с точки зрения вот, стабильности, устойчивости, как он будет воздействовать на остальные конструкции, как конструкции будут на него воздействовать. Вот эти характеристики нужны. Вот. Но это как предварительно. А основные вот эти ключи, как я сказал, это сорбция, фильтрация и диффузия у нас. Но по сорбции я не буду вообще об этом много говорить. Собственно, тут надо много докладов и было и на постерах я там видел висят. И будет еще. Вот. Тут есть несколько замечаний. Мы тоже изучали эти вопросы все в отношении разных радионуклидов, разных материалов, разных физико-химических условий. Но что, хочется вот что сказать. Вот некоторых на самом деле смущают единицы измерения этого параметра физических сантиметров на грамм. Как-то даже я бы сказал, гоняет в ступор такой, как есть, собственно, ДРЛ, такой пункт или еще что-нибудь. Но надо понимать, что это просто соотношение концентрации твердой и жидкой спас. Можно, в принципе, использовать вот этот значит, параметр коэффициент, как это называется, коэффициент сорбционной емкости, или просто сорбционная емкость, это вообще без размера. Поэтому размерность здесь значения не имеет. Значение имеет другое. Для того, чтобы понимать эффект значит, вот этого сорбционной задержки, мало знать коэффициент сорбционного распределения или коэффициент сорбционной емкости. Это характеристика материала, но эффект по суммарной активности, по массе радионуклида, который задерживается, дает характеристику материала, умноженная на концентрацию в растворе. А до сих пор значит, вот эти численные значения для показателей, для требований показателей, они выбирались без учета этого фактора. И таким образом получается, что они такие достаточно абстрактные и не приуроченные к конкретной физико-химической обстановке. Вот. Это говорит о чем? И вообще вот сразу на этом примере хочу отметить эту важную деталь, я бы даже сказал, основополагающую. Недостаточно знать характеристику материала, но надо знать, в какой обстановке он действует. А что, у меня 20 минут, а сейчас только 11 прошло, я прошу прощения. Хорошо, еще на вопросы. Ну хорошо, я попробую. Про фильтрацию я не буду говорить, потому что будет отдельный доклад на эту тему. Тут та же самая история, это самое главное, я потом попозже скажу. Коэффициент фильтрации очень важный параметр, все понимают. Ну какой выбрать? Как его выбрать? Вот опять, сам по себе он ничего не значит. Нам надо знать, сколько активности или профильтрации там массы радионуклидов профильтруется с потоком воды. А чтобы это знать, надо знать, какой у нас градиент давления. Значит, третий это диффузия. Ну, поскольку нас так зажали, конечно, по времени, хотелось бы сказать больше. Мы занимались много диффузией кристаллических пород. И, в принципе, этот опыт хотим перенести на глинистые. Там самый эффективный способ это как раз вот метасквозной диффузии. Потому что он позволяет независимо получить как эффективные коэффициенты диффузии. Показываю. Да? Так и так называемые значит, кажущиеся коэффициенты диффузии, которые обусловлены сорбционными эффектами. И, собственно, их значит, частное есть тот самый коэффициент сорбционной емкости. И это метод определения сорбционной емкости и коэффициента распределения в плотных массивных породах. Так вот, этот метод можно перенести на глины, что, собственно, мы и сделали с тем же самым оборудованием, придумали какой-то другой контейнер для материала. И сейчас мы получили для трики коэффициенты самодиффузии в глине. Они оказались, значит, ну, это предварительные данные, будет так. Но я думаю, что не сильно изменится уровень их, да, по крайней мере, там порядок, где-то 10⁻⁷ сантиметра квадратных секунды. В воде, в объеме, да, коэффициент самодиффузии при какой-то температуре 10⁵, то есть на два порядка выше. Вот эти два порядка выше. Вот эти два порядка дает как раз пористая диффузия. Вот. И, значит,
опять, значит, единицу измерения, чтобы всех не пугало, что такое метр квадратный секунд. Это вообще трудно себе вообразить, я вот вернусь просто обратно. Здесь вот на примере вот этой вот формулы покажу. Вот если эту, значит, толщину перенести под дробь, то получится разница концентрации, деленная на нее. А это есть градиент концентрации. И опять мы имеем параметр, некий градиент или концентрацию, это движущая сила процесса, и эффект в виде активности суммарной или массы элемента, который либо переносится, либо наоборот фиксируется. Опять получается, чтобы выбрать численное значение параметра, надо понимать, в каких условиях он будет работать. И, значит, осталось не совсем немного, два слова буквально о коллоидном транспорте, потому что, поскольку в принципе материалы они имеют размерность очень небольшую, они, конечно, попадают в такие условия, когда вы фактически это коллоидные частицы. Да? Они могут образовываться в растворах, которые с которыми будут взаимодействовать. И вот здесь приведено два примера. Ну, чтобы это измерять, мы используем динамический светорассеянник, оптический прибор, вот так вот это нарисовано. И два примера приведены, что получается в воде, какие частицы при взаимодействии с бентонитовым материалом. И то же самое с добавкой алюмофосфатного стекла. Это как бы модель мексиканского повезорода. Так вот, в первом случае практически нет коллоидов, их очень мало. Но они размер 230 нанометров имеют. А во втором случае примерно 50 раз больше. То есть явно вот эта обстановка физико-химическая, она стабилизирует частицы в этой форме. А частицы в этой форме могут быть переносчиками радионуклидов сами по себе. Но вопрос, как они могут быть переносить? Могут они их переносить диффузионным путем? Это все легко считается через коэффициент диффузии по вот этому уравнению, значит, Эйнштейна-Стокса. Собственно, это считает даже сам этот аппарат, прибор программы, вернее. Вот он получается для частиц такого размера 10⁻⁹ м². Это на 4 порядка меньше, чем сама диффузия в воде. Ну, а коэффициенты диффузии радионуклидов, они очень порядка близких к самодиффузии, значит, воды, ну, там может один порядок разницы. То есть совершенно понятно, что слишком крупные частицы для такого процесса не будет переноса. А с другой стороны, а если мы рассмотрим, как в потоке будут себя вести частицы, опять-таки можно сравнить скорость потока, например, со скоростью осаждения. Скорость осаждения считается по уравнению Стокса, и она равна 10⁻⁷ м/с. А скорость потока, которая для этого объекта может быть оценена, он имеет точно такой же порядок. Значит что? Что даже в восходящем потоке, в принципе, эти частицы могут переноситься. А если поток потенциальный по отношению к гравитационным силам, которые определяют, то переноситься будут однозначно. Значит, это есть проблема, эту проблему надо как-то решать. Ну, в таком духе можно проводить исследование. Ну, последнее, про физико-химическую устойчивость, тоже. Последнее слово. Мы очень много занимались этим вопросом экспериментально, пришли к выводу, что скорости процессов настолько низкие, даже при повышенных температурах, что, в общем, честно говоря, экспериментально реально ничего нельзя решить, ну, может быть, только вот в многолетних натурных экспериментах каких-то еще что-то. Вот. Но зато мы хорошо знаем, что термодинамика всех этих минеральных масс, ну, в общем-то, растворов при этих условиях, она достаточно хорошо известна. Не только термодинамика, но и кинетика растворения. Поэтому термодинамические расчеты дают здесь достаточно надежные результаты. И, собственно, мы их и предлагаем, эти картинки иллюстрируют разные обстановки изменения минерального состава со временем в условиях хранилища. Мы их предлагаем для того, чтобы, опираясь на них, обосновывать долго, значит, ну, живучесть материала в природных условиях. Ну, выводы я, собственно, все сказал. Можно их еще раз прочитать. Повторюсь только, что, на мой взгляд, для выбора численных параметров, по крайней мере, вот тех основных, о которых я говорил, значит, касающихся солнца, фильтрации и диффузии, очень важно, кроме самой характеристики материала, учитывать ту обстановку, в которой эта характеристика должна проявляться. Спасибо за внимание. У нас есть время на один вопрос. Остальное потом. В принципе, у нас дискуссия во время обеда.
я, собственно, выводы же написал, ответ на этот вопрос. Мы можем, конечно, определить, какие параметры, какие наборы параметров определяют тот или иной объект с точки зрения типа и класса отхода. Но вряд ли мы можем выработать общие численные значения для этих параметров, потому что они как раз очень сильно зависят от обстановки. Конечно, если есть два объекта абсолютно, скажем так, идентичных по физико-химическим, по радиационной нагрузке, еще по каким-то по климатическим условиям, для них можно обобщить, но в принципе каких-то норм выработать нельзя. И нельзя именно потому, что сама характеристика – это одна сторона вопроса. Нас интересует в конечном счете безопасность, а безопасность – это миграция радионуклидов, то есть либо их движение, либо наоборот задержка. А эти процессы, кроме вот этого экстенсивного параметра, я бы вот так охарактеризовал характеризующего материала, да, зависит от интенсивного параметра, то есть той энергии, которая вкладывается в процесс. А это либо градиент какой-то, либо просто там концентрация. Ну, там тоже фактически градиент концентрации. Да? То есть надо вот эту движущую силу учитывать, потому что иначе мы попадаем либо в ситуацию излишнего консерватизма и очень сильно сужая себя по выбору материала. Ну, например, мы можем сказать, давайте коэффициент фильтрации 10-14 будет, и не выше. И все, и мы сядем в лужу, потому что будем сидеть и где-нибудь 3000 вагонов возьмем с материалом с таким составом. Вот. А с другой стороны, мы можем наоборот промахнуться, мы можем взять достаточно хороший показатель, но не учесть, что в наших условиях там, или там очень высокие тоже градиент давления. Например, при закрытии ПГЗРО градиенты давления на 4 порядка превышают равновесные гидростатическое давление. Равновесные природные градиенты. Знаете, 4 порядка. Никаких коэффициентов фильтрации для материала мы эти 4 порядка не закроем. Все равно фильтрация будет. И зачем нам тогда копию ломать и туда поставлять материал с